Система охлаждения в сквере Юбилейном, который будет находиться под льдом и стабильно держать температуру в минус 7 градусов, установлена. А это значит, что подготовка к ледовому сезону находится на завершающих стадиях. Так, например, театральный каток является самым масштабным в Химках. И за прошлый сезон он принял свыше 126 тысяч посетителей. Химчане с нетерпением ждут открытия театрального катка. Причем не только дети, но и взрослые. Не, я один хожу, потому что тренировочный процесс у меня налажен. Я хожу для себя. А если встречаю каких-то знакомых, то просто им рад. У меня была мечта детства, и вот 42 года я ее осуществил. Вот уже 8 лет я занимаюсь хоккеем. Сначала, когда мы ходили, они брали коньки на прокат. Были коньки и для взрослых. Вот у меня старшему 13 сегодня исполнилось. И для маленьких. Уже сейчас они приобрели свои коньки. Очень нравится. Ждем очень катка. Ледовая арена на 2400 квадратных метров способна принимать по 150 человек за сеанс. К слову, в этом году, в отличие от прошлого сезона, отменяются эксклюзивные VIP-карты, с помощью которых можно было пройти без очереди. Так что посещение катка у театра «Наш дом» бесплатно для всех. Впрочем, как и другие площадки, которые подготовили в Химках. В период зимы, зимнего сезона, будет залито 26 катков. Это во дворах, в парках. Ждите морозов. Вот, занимайтесь спортом, любите спорт и живите спортом. На театральном катке установили и зеленую красавицу. К слову, елка традиционно украшает эту ледовую площадку. В этом году ее внешний вид дополнили золотыми и серебряными шарами. Смотри, какой шарик! Любители покататься на коньках смогут насладиться выходом на лед с наступлением устойчивых холодов. Андрей Панченко, Вильфред Димковский, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.